Друзья, всем привет, с вами снова Дмитрий Кухтенков. И смотрите, вот это видео тоже очень важное. Когда я вас прошу оставить свои комментарии на моей страничке, где я рассказываю про формулу денег, на моем блоге, да, вот здесь вот, внизу, здесь можно оставлять свои комментарии. Обязательно нужно сделать так, чтобы когда человек читал ваши комментарии, и при этом, допустим, он нажмет на ваше имя и фамилию, у него открывалась ссылка. Видите, то есть сразу загрузка идет. Да, как это сделать? Как это сделать? И для чего это нужно? Сейчас я поясню. Сейчас я еще примерчик небольшой покажу. Вот, к примеру, да, давайте нажмем на Елена Карташова. Видите, у человека сразу открывается ее страничка, ее блог. В данном случае, мы можем что сделать? Люди будут заходить на блог, читать комментарии, и когда они будут нажимать на ваше имя и фамилию, они будут попадать на сайт «Золотая автоквалификация». Вот, как это сделать? Сейчас я покажу на примере другого блога. Ну, допустим, любой блог я сейчас открою. Это можно делать на любом, в принципе, блоге. Так, блог. Сейчас Азамат Ушанов. Блог Ушанова Азамата. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы как можно больше различных сайтов ссылались на наш сайт «Золотая автоквалификация». То есть это будет добавлять ему, ну, так скажем, будет добавлять ему нерелевантности, как это называется. В общем, веса в поисковиках. То есть чем больше сайтов различных ссылаются на наш сайт, тем он поднимается выше